Я Денис Матвиенко, я артист балета, я украинец. Это уже были последние классы хореографического училища, когда я фанатично стал относиться к балету. Я приходил домой и продолжал что-то делать, какие-то движения на ковре перед шкафом. Это что-то типа зеркала было. Самые известные сцены и театры, в которых я выступал, это Большой театр, Мариинский театр, Линкольн-центр, Метрополитен-опера, Парижская опера, Ла Скала, Милан. Я представляю свою страну. Это гордость. Это когда я выступал в Метрополитен перед центральным входом, огромный такой баннер, где все приглашенные артисты фотографии. У меня написано «Матвиенко Денис, город Днепропетровск». Я стараюсь, как бы это сложно ни было, делая свои проекты и идти в ногу со временем. Театр, искусство – это лицо страны. Если хочешь поменять что-то в стране, нужно просто начать это делать.